Всем привет! А мы с вами продолжаем нашу прогулку по спальному району города Клэрфурд. Такой микрорайончик. Смотрим его окрестности. Это что интересно, столько автомобилей. Все, какая-то организация еще. Что-то развозят, что там вот это вот нарисовано. Продукты какие-то. Сервис какой-то, да. Ну, большой сервис, много автомобилей. Остановка возле школы. Остановочки. Все аккуратненько. Бетоночка здесь, дорога. Асфальтного покрытия нет, а пешеходная зона в плитке. Домики весьма похожи на наши. Очень. Подъезды стеклянные. Здесь вот гаражи посидят. Да. Как этот комплекс. Гаражный кооператив по-нашему. Вот интересные вот эти вот домики. Какие-то. Вытяжка или что это. Ага. В этом районе много проживает наших беженцев с Украины. Вот. Ну, аккуратно, вот смотрите, зона с мусорками организована, все всегда чисто. Но немцы вообще очень чистоплотные, аккуратные. Потому что я вам раскрою секрет, почему. Потому что огромные штрафы. Вот. А так как нация стукачей, ну их так с детства приучают стучать на ближнего своего, поэтому обязательно кто-то вас заложит, если вы там даже какой-то мусор не в тот бак выкинете. Добрые соседи вам помогут заплатить штраф. Вот. Поэтому все здесь порядочные. Все блюдят закон. Никто не хочет платить штрафы. А штрафы здесь огромные. Здесь вся система построена на больших штрафах. Ну, то есть шаг вправо, шаг влево. Получишь штраф. Вот, пожалуйста, посмотрим, как люди. Угу. Сушат белье. Видите? Ну, у нас уже такого нет. Давным-давно. У нас второй раз сразу стырят. Это даже не то, что стырят, просто. Просто уже есть у людей сушильные машины. Не у всех, конечно, но как-то принято больше сушить на балконах. Так. Ну, видите, с парковочными местами тоже, видимо, есть сложности, но тем не менее все запаркованы. Никто не паркуется вдоль, скажем так, проезжей части. Все на парковочных местах. Нет места, значит, тут тоже какое-то заведение. Не знаем, что это за заведение. Нет, пока не считывается. Но какое-то тоже. Может, это что-то типа, как это называется, домотворчество, может, нет. Но что-то тоже с детьми, судя по всему, связано. Ну, вот как-то мы не увидели, да, никаких кафе, ресторанов, ничего такого нет. Но в центре все. Все в центре. Да. Так. Это какая-то зона промышленная такая. Ну, техническая, скажем так.
Производственная какая-то. Так, автобусы. Стоянка для больших автомобилей, для большой техники. Какая тут здесь просто голосистый трактор. Я даже знаю, чей. Хотя они очень похожи. Так, сейчас мы куда-то с вами выходим. Вот это вот супермаркет какой-то. Хорошая погода сегодня, да? И не холодно, и не жарко. Вообще комфортно очень. Ага, раз мы. Ага. Нам сюда. Нам... это мы вот сюда вышли? А, прикол. Мы здесь уже были. Ага, ага. Да не, ничего. Здесь она колбасу хотела. Но это не здесь. Ну не здесь, Росман, это не здесь. Здесь нам ничего не надо. Ага. Ну и так. Да. Интересно, как. А смотри, из машины ты проводишь? Душ. О, пяточки на велосипеде. Красотки. Молодцы. Ой, а это что? Витрина такая, да? Надо влево. Угу. Интересно, интересно. Так, здесь мы уже с вами были. Мы сейчас уйдем на паузу и встретимся в новых местах.